мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я разберу для вас вступление песни Цоя, которая называется «Следи за собой». Очень мелодичное, очень такое благозвучное вступление. Мне оно очень нравится. Можно его использовать для того, чтобы улучшить игру в левой руке. Сама песня звучит в до миноре, то есть вот, значит, с аккорда CM, вот в этой тональности, в тональности CM. Можно ее было, конечно, переделать в тональность АМ, вот, но я буду показывать ее именно вот в этой тональности, в оригинальной. Итак, давайте мы начнем. Здесь будет вначале вот такое вступление, и потом выйдем на вот этот аккорд CM. Итак, первый аккорд. Это шестая струна на четвертом ладу. Далее пятая струна на третьем ладу. И четвертая струна на первом ладу. Итак, в первом аккорде нам нужно будет зажать три струны. Шестая на четвертом, пятая на третьем, четвертая на первом. И еще в этом аккорде мы будем использовать шестую, точнее, третью открытую. Итак, нам в правой руке мы зажали вот такой аккорд. Четвертая на первом, пятая на третьем, шестая на четвертом. В правой руке мы сыграем шестая, пятая, четвертая, еще раз, шестая, пятая, четвертая и третья открытая. Далее идет второй аккорд. Мы не убираем третий палец. Оставляем его на пятой струне на третьем ладу. Указателем мы зажимаем шестую на первом. Итак, шестая на первом, пятая на третьем. И мизинцем зажимаем четвертую тоже на третьем. Вот такой аккорд, он будет вторым. В правой руке мы сыграем то же самое. Мы сыграем шестую, пятую, четвертую, третью. Итак, получилось два аккорда. Еще разок. Первый аккорд. Второй аккорд. Переходим к следующему аккорду, к аккорду CM, но здесь не сам CM будет, точнее будет семерочка. Итак, это бары на третьем ладу, далее вторым пальцем вторая струна на четвертом ладу, и четвертая струна будет на пятом ладу. Вот. Третью струну мы не будем зажимать, это будет CM7. И в правой руке нам нужно будет сыграть вот такие струны. На аккорде CM7 мы сыграем пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая и четвертая. Еще разок повторим. Дальше идем. Четвертая, пятая, четвертая, третья, четвертая, четвертая, третья, четвертая. Вот эти струны вам нужно будет запомнить, которые мы сыграем на аккорде CM7 в правой руке. Еще разок скажу вам, какие струны. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая. Четвертая, пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. Идем дальше. У нас идет опять первый аккорд. Шестая на четвертом, пятая на третьем и четвертая на первом. В правой руке мы опять сыграем шестая, пятая, четвертая, третья. Далее идет аккорд, который мы играли вторым. Шестая на первом, пятая с четвертой на третьем. В правой руке опять шестая, пятая, четвертая, третья открытая. Идем дальше. Мы ставим опять аккорд CM7. В правой руке опять играем то же, что и в первый раз играли на аккорде CM7. Мы играем пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая. Дальше продолжаем. Четвертая, пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. После этого мы ставим вот такой аккорд. Это аккорд G-диез. Бары на четвертом ладу. Далее третья струна на пятом ладу и пятая с четвертой струнами на шестом ладу. Вот такой аккорд ставим. В правой руке мы играем шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. Переходим опять на первый аккорд, который был с самого начала.
шестая на четвертом, пятая на третьем, четвертая на первом. Далее второй аккорд, который у нас был с самого начала. Шестая на первом, пятая с четвертой на третьем. В правой руке то же самое. Так, еще разок. Полностью вот это вступление, оно просто повторяется два раза. Все, что я сейчас сыграл, все это играется два раза. Итак, еще разок.